Всем привет! Сегодня 15 мая, готовимся окучивать картошку. Так выглядят наши самодельные дисковые окучники с прополочными лапами. Делаем первое окучивание. Грунтозацепы большого диаметра, поэтому едем на первой пониженной скорости. Земля сырая, тяжелая. Посмотрим, что получится. Вот что получилось. Прошла неделя. Сняли дисковые окучники, прополочные лапы. Будем делать окучивание ушастыми окучниками без дисковых лап. Вот они. Один купили в магазине, второй аналогично магазинному сделали сами. Хочу обратить внимание на сцепку. Очень ненадежное было заводское соединение. Пришлось значительно его усилить. Приварили пластины из металла 10 мм и на мотоблоке, и на сцепке. Везде добавили косынки из такого же металла. Соединение было на одном болту, сделали на трех. Сцепка универсальная, без труда сняли одни окучники, поставили другие. Для облегчения работы впереди мотоблока установили контрагруз весом 20 кг. Сегодня 12 июня, было сделано два окучивания. На сегодняшний день картошка выглядит так –